Сегодня на Хаханом всеми любимый челлендж с рисовашками. Кто-то из героев обязательно получит крутой приз. Ребята, руки вверх! Сейчас всех перестреляю! Да ладно, не пугайтесь! Это пушка, ваш приз в первом раунде. Вы должны будете ее нарисовать. Кстати, рисовать вы будете с помощью баллончиков с краской. На это у вас есть 1 минута, которая уже пошла. Приступайте! Да! Я должна победить! Ой, что же это я наделала? Хотя, ничего страшного. Есть у меня 1 отличная идея с трафаретом. Надеюсь, Пит не будет против, что я позаимствую его листочек. Вот так-то. Что же делать мне? Точно. Почему бы не разукрасить себе футболку? Вот так. Кажется, у меня и без трафарета получится круто. Я умею рисовать намного лучше, чем они. Я же говорила. Вот так-то. А теперь просто закрашу. Да! У меня все равно получится лучше всех. Ребята, ваше время вышло. Показывайте рисунки. Кэнди, это похоже на обычное пятно. Никуда не годится. Пит, на футболке рисовать нельзя. Нет. Вот это да! А вот Кейт большая молодец. Поэтому именно она становится счастливой обладательницей этой пушки. Круто! А как ей пользоваться? Только в нас стрелять не надо! Ой, я и не собиралась. Ой, ой, что-то в нас попало! Ой! Пит, прости, пожалуйста, я не хотела. Тебе бы в снайперы идти. Ребятки, в этот раз вашим призом будет кое-что очень ценное. Смотрите, тот, кто лучше всех слепит золото, получит целый чемодан. Ух ты! Отличный приз. Согласны? Не забывайте, что на работу у вас есть всего лишь 1 минута. И она начинается сейчас. Если у меня будет столько золота, я смогу есть все, что захочу. Это же потрясающе! Уже слюни потекли. Потрясающе! Целый чемодан золота. Мечтать не вредно. И вообще я тоже хочу золото, чтобы ходить по магазинам и покупать самые крутые платьица. Я смогу купить их все. Я буду очень-очень красивой. В этом я буду отлично выглядеть в золотом. Кейт, а ну не лезь в мою мечту! Ну и пожалуйста. Хватит болтать, пора работать. Только вот как можно слепить золотой слиток? Я не умею. Не получается. Вообще-то это не трудно. Просто нужно хорошенько постараться. И делать все аккуратно. Я не могу позволить, чтобы Кэнди сделала меня. Нужно срочно показать ей, что она не сможет пойти против меня. В любом случае, я точно испорчу ей всю работу. Арсенал готов! Сейчас я заставлю ее отвлечься. Эй! Ты что творишь? Ой! Какой ужас! Ну ладно, получай! Ой-ой! Осторожнее! Пронесло! Так тебе и надо! Вкусный пластилин? О, я потратила все! Из чего же мне теперь лепить? Кэнди, как тебе мои слитки? По-моему, выглядят круто. Я знаю, как можно все исправить. Пит, а что там такое летит? Посмотри. А сейчас я немножечко подправлю твои слитки. Получай. Будешь знать, как надо мной издеваться. Ой, что ты натворила? Как тебе не стыдно? Сейчас я и тебе все испорчу. Получай! Ребятки, время вышло. Показывайте, что у кого получилось. Кейт, где твоя работа? Ужас. За свою лень золото ты не получишь. Пит, а это что за лужа? Никуда не годится. Фу. Кэнди, ты тоже совсем не старалась?
В этот раз вы меня разочаровали. Но ничего страшного, у меня появилась отличная идея. Секундочку. Смотрите. Я слепил очень крутые слитки. За них я точно получу этот чемоданчик. Ну все, ребятки, пока-пока. Как же так? Готовы увидеть, какой приз ждет вас на этот раз? Это огромная жемчужина, которую достали с морского дна. А рисовать вы будете с помощью клея с блестками. Поторопитесь, потому что ваша минута уже пошла. Приступим. Не знаю, зачем мне эта жемчужина, но я определенно должен ее нарисовать. Это очень интересно. И похоже, у меня получается очень даже хорошо. Отлично. Похоже, жемчужина будет моей. Что? У Кейт получается лучше. Ну уж нет. Я не могу позволить, чтобы кто-то нарисовал жемчужину лучше меня. Нужно избавить Кейт от одной из баночек с клеем. Вот так-то. Ой! Что такое? Откуда это? Что там происходит? А где мой клей? Кто его украл? Ну вот, что же мне теперь делать? Надеюсь, в сумочке я найду что-нибудь подходящее. Вот, нашла! Это именно то, что мне нужно. Я дополню свой рисунок блестками из моей палетки. Что? Время вышло. Пора поднимать рисунки. Посмотрим, что у кого получилось. Кит, молодец, получилось неплохо. Вполне. Кэнди, а что нарисовала ты? Это выглядит ужасно. Нет, никуда не годится. Кейт, а вот твоя работа меня просто поражает. Все, я определился с победителем. И победителем становится... Кто же это? Кто? Ой, это я! Ура! Так-то! В последнем раунде вы будете сражаться за Хаги-Ваги! А рисовать вы будете акриловыми красками. Поторопитесь, минута пошла! Я бы от игрушечки не отказалась. Но чем же мне рисовать? Думаю, пальцы вполне подойдут. Попробуем. Я все-таки неплохо умею рисовать пальчиками. Да? Что-то уже получается. И это ты не подглядывай. Ну вот, ты мне испачкала нос. Ой. Ух ты. Кэнди, у тебя получается очень круто. И это еще не все. Можно отпечатать рисунок, чтобы получился полноценный Хаги-Ваги. Вот так-то. Гениальная идея. Молодец, Кэнди. Осталось мало времени. Ой, мне срочно нужно что-то делать. Может, у меня еще есть шанс. Попробую. Я опаздываю. Что-то я сомневаюсь, что ты успеешь. Ах так? Ну, сейчас я тебя устрою. Кэнди, а что там летит? Пока ты там выглядываешь что-то, я испорчу твой рисунок. Будешь знать, как смеяться надо мной. Получай. Кейт! Ты тоже нарисовала очень неплохо. Так я точно не выиграю. А у меня это еще не конец. Сейчас я сделаю своему Хаги-Ваги настоящий бантик и шнурка. Мне кажется, получится красиво и очень мило. Да? Будет здорово, я в этом уверена. Он получится трехмерным. Вот так-то. Здорово получилось, правда? Очень круто, но я бы кое-что подправил. Что? Ой, я и не хотел. Что ты наделал? Ты испортил наши рисунки. Скоро тебя настигнет наша месть. Девочки, хватит болтать, ваше время вышло. Показывайте свои работы. Простите. Кейт, ты меня разочаровала. Рисунок должен быть целым. Кэнди, как нет. Это очень плохо. Кит, твой рисунок выглядит так, будто его нарисовал ребенок. Но других претендентов на победу все равно нет.
Забирай! Круто! И где же моя игрушка? Что происходит? Чудище! Смешно, а мы и не знали, что Пит такой трусишка. Точно. Подписывайся на Хохоном, чтобы не пропустить другие челленджи. С нами всегда весело и очень интересно.